Вера должна помочь укрепить воинский дух милиции. Так считают инициаторы появления храма на территории полка спецназа «Гепард». Там заложили часовню в честь Александра Невского. Хотя штатного священника в подразделении спецназа пока что нет, сами военные признают, без Бога в их работе просто никак. Чтобы вера помогала в труде и повседневной жизни, решили поставить храм прямо на территории части. Святого для места духовного причащения подобрали подобающего Александра Невского, знаменитого русского полководца. Считается, он сыграл исключительную роль в русской истории, отразил удары с трех сторон – католического Запада, монголо-татар и Литвы. В нем видели родоначальника линии московских царей и великого покровителя православной церкви. Сегодня на месте будущей часовни установили поклонный крест. Сегодняшняя закладка часовни в честь Александра Невского, воина, пример для подражания, вот будет поддерживать еще и воинский дух, как нужно защищать свою родину, как нужно ее любить. Строительство храма на территории воинской части, я думаю, что только будет спонукаты на великие поступки любого военнослужащего, начиная от офицера, заканчивая с молодым солдатом. Храм военные собираются строить своими силами, но не откажутся и от посторонней помощи для благого дела. Говорят, хотелось бы как можно быстрее.